Эй, с тобой Раймер Плей. Посмотри, офигей. Ну чё, продолжаем в седьмой Резидент играть, который уже не может нас напугать. Так, чё тут у нас? Next Talks, а чё-то NE, какие-то, блин, непонятные обрывки слов. Чё-то перед этим необходимо, чё-то для поместить в контейнер с токсином образец. Короче, пипец. Содержимое кто-то забрал. Так, ну-ка, что тут у нас? Угу. Ну, я предлагаю сначала комнату обыскать, а потом будем на лифте катать. Так, ноутбук, на котором мы видеозапись сделали, кто-то уже, походу, разбил. Ну да, красота. Ну, патроны, блин, к автомату, которого у нас нет. Но я думаю, мы его найдем, раз в воспоминаниях он был. Значит, где-то его кто-то точно забыл. Ага, нам же, блин, еще надо этот коррозиционный раствор отыскать. Чтобы мы могли, короче говоря, замки эти ломать. Значит, придется наверх заползать. И перед этим я предлагаю игру сохранять. Ну, мало ли, как бы, чё. Чтоб здесь раз не бегать. Туда-сюда. Тут... О, тихо, чё. Блин, ещё какая-то херня нужна. Ну, в принципе, сюжет, он уже начинает раскрываться. И можно в нём уже начать потихоньку разбираться. А именно то, что эта деваха какой-то эксперимент. И, судя по всему... Она и виновата, видимо, я так полагаю, в том, что Бейкеров она тоже заразила. И тем самым, по сути-то, убила. Ну или вернее, в какое-то говно непонятное превратила. Так, подождите, давайте-ка для начала все обыщем. Может, что еще отыщем. О, порох. Так, дальше с патрон. Себе еще соберем. Окей. Странно, почему в пистолете Макарова 9 патронов? У него же 8 патронов должно быть в обойме. Или это какой-нибудь ПММ, типа, модифицированный? Блин, ящик пустой. Вот это отстой. Каюта капитана. О! Блин, и тут закрыто. Ну, я же говорил, где-то автомат лежит. Так, карта корабля. Вот это да. Так, о! Какой-то ключ. А, ну я уже понял, где это, наверное, нужно, скорее всего. Это, наверное, от люка в лифте, да? Блин, а как же автомат-то получить? Как бы его открыть? Про ноутбук бы еще не забыть. Угу, та же самая лестница, окей. Трава. Курнем ее попозже тогда. Так, ну-ка, тут может что есть, во. О, здорово, слышь. На тебя я что-то не хочу патроны тратить. Ага, это та самая закрытая дверь, которая была в предыдущей серии. Ну окей, ладно. Ладно, ладно, ладно. Давайте тогда к ноутбуку вернемся и с ним разберемся. Что там за фигня-то такая? Вернее, не к ноутбуку, а к компу. Давай уже. Ну как кнопки нажимай. Изменить камеру F. Ну это самая комната, где мы будем. Это шахта лифта. Это какая-то еще какой-то коридор. О! Итан, в натуре. Нижний уровень.
Ну, блин, здрасте. Хера себе наслед, как он на руке оставила. Так, а где подождите-ка у нас... Ну, тогда, в принципе, я, кажется, знаю, куда надо идти. Надо через люк в лифте пройти. А чтобы через него пройти, надо как-то на нижний этаж теперь зайти. Ой, блин, не. Вы чё, я ж прыгну. Тогда убьешься нафиг. А делать-то ничего не остается, то есть как бы тут-то других вариантов нет, мы-то сюда забрались. И по-другому никак, ладно, прыгаем. Блин, я думал, она сейчас помрет. Ну, видимо, все как по маслу пройдет. Все, ключа нет, больше не нужен. Ну, залезай. Блин, ну круто. Тут еще теперь какая-то херня нужна. Так, подождите-ка, нам предлагают либо вниз спуститься, либо наверх подняться. Ладно, давайте поднимемся. Это у нас что? Угу, это у нас тот же самый этаж. Значит, тут надо отыскать, короче говоря, антикоррозионку. И, собственно... Будем пытаться дверки открывать, хотя лучше их больше, хотя вернее лучше их теперь закрывать. Вот дверь, кстати, это теперь открыта, которая была закрыта. И куда же это она ведет? Хрен ее кто поймет. О, тайничок, ништячок. Ну, отлично, чего бы нет. Тут уже все забрано, типа. Ну, круто. Чё-то ты быстро, чувак, сдох. Как сраный лох. Блин, это сейчас так все реально. Патроны на них просру. Мне же даже разбивать-то нечем эти, блин. Ящики. Вы это открыли. Ну окей, спасибо. Так, а что же делать? Куда бежать? И как мне вообще... А хотя я ж... Да, я ж могу этот автомат-то забрать. Я ж отмычку смог отыскать. Тогда надо игру сохранять. Ладно. Так, это значит, мы просто тупо все бежали и сюда попали. Но нам, судя по всему, я так полагаю, придется возвращаться, чтобы какая-то неведомая херня могла вот сюда вставляться. Ладно, тогда идем назад и попробуем. О, кстати, я нож вижу. Отлично, как-то я его так пропустил-то. Вот это он меня сейчас удивил-то. Круто, чё. Блин, так, где мы не были? Нам нужна антикоррозийка, но нам нужна еще и каюта капитана. А, каюта ж капитана у нас там. Парам-пам-пам, блин. Ну ладно, полезли тогда сейчас в каюту.
Заберем ствол, отмычка-то у нас есть теперь. То, что без ствола тут явно не пройти. Так, тут она. Ой, блин. Вот это дерьмо. Так, где каюта? Вон она. Блин, монстров пореспавнилось. Хреново куча, блин. Я офигею. Да вы издеваетесь, что ли? Нахера я до сюда перся? А как это тогда открыть? Зараза, еще патрон просрал. Теперь меня ищет монстр. Под дверью ждал. Но я его не завалю. По-любому. Да ладно. Неужели? Так, тут где-то второй этот хрен еще был. Куда-то он свалил. Ладно. Ой, блин, что тут за говно вообще творится? Серьезно, я не понимаю. Ладно, сейчас, короче, давайте тогда, наверное, вниз полезем. Там кто-то топочет уже. Так, окей. Ну чё? Тут ничего. Здесь тоже ничего не появилось. Ну, блин, дерьмо. Ладно, тогда сохранимся. То вдруг озвездюлимся. Не, серьезно, где-то ж надо теперь эту антикоррозийку отыскать. Или не надо? Хм. Интересно. Не, серьезно, я не понимаю, что я здесь кругами гуляю вообще, реально. Тут-то мы уже все с вами все видели и знаем. Но вот только что-то антикоррозийку все никак не получаем. А, и нельзя даже этим взломать, ну круто. Круто, круто, круто. Ладно. Кабель накрылся. У нас был кабель на замену, но его пришлось использовать для ремонта в лазарете на третьем этаже. Придется тебе попасть, а попросить этот кабель у доктора. Мне срочно надо во второе машинное отделение. Тьфу ты, блин. То есть нам надо какой-то кабель найти. И еще этот странный предохранитель сюда принести. Ну круто, чё. Только вот вопрос, где его теперь достать? Этот провод, ну как бы предохранитель-то я знаю где. Блин, он меня все равно ударил, я-то надеялся, что не ударит. Падла, блин, такая.
Блин, какое-то реально дерьмо. Ну круто, чё. Так, ладно, сейчас, короче, предохранитель раздобудем. И к лифту назад прибудем. Так, ну, предохранитель у нас есть, по крайней мере. Окей, вопрос теперь, где искать провод этот сраный. Но я, скорее всего, полагаю, именно на втором этаже, потому что на первом был предохранитель, собственно. Ну, или на нижнем, там, вот, хрен поймешь. Короче, не суть важно. Ну, здрасте. Как раз мы сейчас... Ой, тьфу ты, блин. Так, патрончики. Патрончики отсюда. О, еще один, отлично. Патроны — это вещь всегда нужная. Так, вот в этой комнате, я смотрю, лежит бомба. Но больше что-то я пока ни хера не вижу. Кроме нее, ё-моё. Не, серьезно, а где этот провод-то сраный найти? Опа, прикинь, комната открылась. Здрасте. А. Я так полагаю, он в этом сейфе, наверное, лежит как раз-таки провод, да? Вот это была бы реально красота. А что здесь делать-то тогда? Загадку типа разгадать, чтобы сейф открывать. Ну типа... То есть, типа, надо картины поставить так же, как они тут стоят, да? Ну да. Легкота. О, блин, тут антикоррозийка, ну зашибись. Еще порох. А эпоксида нету нихера. Как всегда. Да. Патроны для автомата, которого еще нету, блин. Интересно, антикоррозийка, можно открыть сейф в этом? В каюте капитана-то хоть? Или там вообще надо ключ искать? О, ключ. Обалдеть. Пора туда как можно быстрее лететь. Так, а с чем бы эпоксид-то сильный соединить? С аптечкой? Или все-таки с патронами? Пожалуй, лучше с аптечкой. Так, но остался провод. Это единственный здесь шататься повод. Где ж нам его достать?
Чтобы можно было лифт запускать. О, комната. Ну, неплохо, чё. Ой, патроны есть, и каразика тоже. Будет скоро весело, похоже. Так, ну, аптечку я пока тоже скину, пожалуй. Ну, и теперь сохранюсь. И пойду-ка я с этим проводом сраным разберусь. Где ж его, блин, искать? Чтобы его достать. Так, ну окей, если что еще, сейчас туда патрон создадим. Ну, судя по всему, как раз таки для этого ящика и нужна была отмычка, ну да. Только хреново, что из-за одной монеты ее пришлось потратить, ну ладно. Че уж теперь, зато может там откроется это... ствол. Как-нибудь, когда-нибудь. Хотя маловероятно уже. Оно что, вообще не открывается? Ну, блин, издевается. О, блин. Красотища-то какая. Хрен пойми, куда зашел. О, тут я смотрю, что-то прям вообще всего до хрена. Опа, здрасте. Это тот самый провод, что ли? Ну, блин, круто. И к нам еще и босса сразу отправили. Ой, блин, пора бежать. Жаль, что тут двери нельзя закрывать. Ну ладно, твою мать. Как там? На чё там? Ой, блин. Что, все или не все? Ха, лошары. Блин, все равно закрыто. Ну ладно. Ладно, ладно. Все у нас и так идет пока что в шоколадно. Ладно, провод забрали. И при этом даже ни одной хпшечки не потеряли. Тогда окей. Надо, короче говоря, какой-то капитана возвращаться. И автомат будет забираться. Потом надо сохраняться. И, собственно, серия на этом, наверное, будет завершаться. Потому что мы только, наверное, потом будем со всем этим дерьмом тут разбираться. Плюс еще надо вещи ненужные откинуть. И т.д. и т.п. Так, а каюта у нас внизу, по-моему, была. Ну тогда сохранюсь. Это вдруг еще сольюсь. Мало ли что. Так, стоп, подожди, тут нету каюты капитана, что-то я не помню. Уже где она? Или она наверху, по-моему? А, ну да, точно.
Хер пока запомнишь это все. Ё-моё. Уже третий раз, как скалолаз. Не забираюсь тут. Оно, оно. Вот он где-то падла. До сих пор тут ходит. Сейчас, короче, к нему пули прилетят. Ну, блин, забирайся. Отлично, у нас еще и полный комплект патрон. Ну, неплохо, че? Или хотя, чё с ними разбираться, пора уже отсюда смываться. Все равно пока нет смысла сохраняться, сюда можно быстро добраться. Так, а чё нам на втором-то этаже теперь делать? Вот в чём вопрос. Как бы реально вопрос на миллион. Мы-то какую-то херню-то еще с вами не нашли. Все. Быстро как-то. После катастрофы в Роккун-Сити прошло уже 16 лет, но оставшихся в живых продолжают страдать. Это отсылка тоже, судя по всему. Какая-то. К первым частям. Так, холл, комната отдыха. Проникните в подвал и спасите Итана. Ну окей, ладно. Блин, это не то. Окей, тогда значит едем в лифт. Вернее, идем в лифт и отправляемся в подвал. И подвал у нас, по-моему, в самом низу. Я, блин, только-только узнал, где можно задание посмотреть. Вот это офигеть. Да выходи, что-то постоянно. Он ждет. Сейчас к нему Мия придет. Угу. Пора тебя подорвать. Давай, слезай. Ну, блин, открой инвентарь, ёлки-палки. Так, у нас... ну, можно, короче говоря... вот так сделать. Я думаю, сойдет. И, короче, пора убегать, чтоб люлей не получать. Вот это я ему сейчас, конечно, вовремя руку отстрелил. Он меня и чуть ли не зацепил. Блин, сколько бомб, я офигею. О, еще патроны. Блин, вот упертый, как баран. Так, окей, ну этого нам всего... О, да нам этого более чем хватит.
Блин, мне бы порох еще надо было бы, конечно, достать. Но я думаю, и без него мы сможем и так всех достать. Все. Красота. Остался он без ног навсегда. Давай, спускайся. Все. Напоролся и упоролся. Так они, оказывается, сами взрываются, блин. Прикольно, блин. Хотя они как-то не совсем корректно, по-моему, работают, но да ладно. Блин, как же долго в этот подвал спускаться? Можно по пути в него 10 раз обосраться. Блин, еще одна монета. Офигеть. Ну чё, тварь? Итан. 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 Какого хрена вообще? Это еще одни какие-то воспоминания? Что ты хочешь сказать? Сынок, я не убийца. Маргарита, я и мой сын Логос тоже не злодей. Ну да, ага. Не злодей. Еще скажешь, что вы евреи. Это девочка Эвелина, это все она. Ну все как всегда. Что она вам сделала? Она заразила нас своим даром. Так она его называет. Я нашел ее на берегу. После этого тут все изменилось. Начала заражать всех, а потом подчиняет их. Нет, сынок, не совсем так. Она просто проникает в твой разум и душу. А потом... Ничего ты уже не поделаешь. Но зато всех уделаешь. С ней... Ты с ней одно и то же целое, с ней ничего не сделать. Ну, круто. Послушай, этой девочке просто нужна семья. На ней все завязано. Смекаешь, разыщи ее и останови. Итан, освободи моих родных. Угу. Раньше мне надо было об этом сказать, тогда бы я не стал его убивать. Дебилизм полный. Если он такое задание дал раньше Итану, пока мы об этом не знали, то какого хрена мы тогда его вообще убивали? Вот в чем вопрос. Да давайте мне доставайте. А потом и себя спасайте, блин, долго мне вас ждать. Так можно и весь кокон тут обосрать. Как я еще понял,
Эй, ты что делаешь? Короче, она решила с ней остаться и разобраться. Ну, окей, ясно. В общем, то, что я понял, судя говоря, по сюжету, короче, это Мия какой-то тайный агент. У нее была, значит, миссия эту девку, как бы, ну, охранять. Она что-то пошла не так, и, короче, она сбежала. И поэтому эта Мия эту видеозапись записала, а потом она как-то в руки Итана попала. Ну и, соответственно, эта куча все геморрою создала. Ну, что поделать. Это все из-за тебя. Ты тупейшая фигня. Ладно. Ни хрена нет, а в инвентаре тоже ампула одна. Красота. Ну ладно, Итан сбежал. Бабу он свою, походу, просрал. И причем теперь, походу, с концами. Что же теперь будет с нами? Вот в чем вопрос. Вертолеты. Какого хрена? Интересно. Куча, блин, рыбы дохлой. Мне только до сих пор интересует, что вопрос. Что это за бабка-то, блин, такая? Что она там постоянно шатается? Никто с ней не разбирается. О, еще одна статуэтка. Блин, я думал, в воде нас что-то поймает. Ой. Ничего-то как-то скучает. Че там, 18 февраля в шахте Петерсона произошел обвал. Двое погибли. Так, старик был прав. Тут грунт слишком слабый. Компания не собирается прислать ни на кого на замену. В общем, какой-то тут произошел обвал. На шахте, окей. Вертушка. Детям она не игрушка. А чё за рация? Альфа-1, Браво-1, как слышите, это Альфа-1, доложите, что удалось найти. Мы тщательно обыскали поместье Беккеров, но выживших не обнаружено. Эвелина? Не нашли. Но мы нашли зашифрованное сообщение от Лукаса, сына Беккера, адресованное неизвестному третьему лицу. Лучше не бывает. Как сообщают, он где-то в заброшенных шахтах. Отправили отец туда. Вас понял. Встретимся на месте. Если найдете Эвелину, стреляйте на поражение. Хм. Надо обосраться, нам теперь придется со спецназом сражаться. Эй, блин, ладно. Красота. Лепота. Вы забрали вещи Мии. А, ну окей. Нормаляк. Ладно. Я предлагаю сохраняться. И будем в следующей серии тогда со всем этим говном разбираться. А ты пока что лайк поставь и подпишись. И все будет зашибись.